Всем привет! Вы на канале Мама Я. И сегодня мы играем в Murder Island. Да, сегодня это будет похоже как, например, на фильм 13 негрецов. Это будет в Роблоксе примерно похожая ситуация. Ну и давайте же начинать. Сейчас мы в лобби. Я выбрал, за кого я буду играть. Какой у меня будет костюм? Я выбрал Камерона. Ну, давайте начинать. Сегодня мы будем... Ну, это будет похоже на Murder Mystery. Так что уберите детей от экрана. Вот, я Камерон. Фри тайм, бесплатное время. Так. Давайте сначала спрячемся. Кто же может быть? Так, я Камерон. Я такой неподозрительный парень. Просто парень в очках. Улыбаюсь. Синяя одежда, это не красная. Так, и кто же у нас? Боди Сёрч. Стоп, кого-то убили? Нет! Мы ищем тело, Тело, кого убили. Это, конечно, плохо. Давайте. Но мне это... Топорик. Так, давайте-ка найдем. Это очень странно. Это так странно выглядит. Так, ребят. И мне это кажется очень чем-то странным. Сюда. Нет, тут ничего нету. Ребят, не знаю, это как-то очень сильно подозрительно. Не знаю, как вам, но мне кажется, это... Кто это может быть? Так. 1-0. У нас одна минута, чтобы найти тело. Но оно, скорее всего, теперь на улице. Я даже не знаю. Подожди, там ничего нету? Ладно. Уже пошли эти су. Постойте, я, кажется, нашел... нет, всего лишь цветочки. Вот это давайте еще. О! Фонтан! Эксплорациум. Ребята, кто там? То есть было убийство вон там? Не знаю. Тайлер. Он мне очень подозрительный. Или он нашел тело. Так, что у нас теперь? Clue search, you must find 4 clues left behind. Ага, мы теперь детектив Эворд. Мы нашли одну зацепку. Ребята. Вот еще. Ого, еще пещера. Нет, красный чувак. Джей, как же мне тебя жаль. Очень сильно. Джей, ну что поделаешь. О, веревочка. Ребят, кто же это может быть? Не знаю, я вроде нашел одну улику. Улики. Что же может быть за улики? Как думаете? Лоджин? Нет, это 100% не лоджин. Где улики могут быть? У нас есть black hair has been found by... Ага.
Так, Лоун, да ты прям гений. Ну сейчас мы еще определим, кто это может быть. Чад Блэк. Подожди. Может, это Чад? Это реально. Клю сёрч. Клю это улики. Давай сейчас посмотрим. Хут матча за клюс. Чё мы нашли, ребят? Чё мы нашли? Ага. Что это? Чёрные волосы. И... На ком это может быть? На Чад. 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 Он реально очень... Хотя нет. Не Чад. Чад. Вот for the person who you think. Has been cost. Чад. Is back on boy. No. He has two black clothes. Так, Тайлер еще может быть. Так. Так. And who is killer? Я не знаю. У нас есть свободное время. Так. Journal. Так. Стойте. Стойте. Меня что, реально? Меня... Что? Меня просто взяли? Ребят. Ладно. Ждем. Ну это очень странно. Кто ж тогда? Is Bacon here? Yes. Так, ну. You must be find. Ага, улики. Как я найду улики? Так, ребят, ну я даже не знаю. О, стояла. Я же могу просто взять и приплыть на остров. Ну да, это же гениально. Давайте просто приплывем на... Я гений. Давайте просто приплывем на остров. И мы продолжим. Стоп, как это? Стена. Так. То есть стена. Ага. Ну понятно, ребята. Придет смотреть отсюда. Так. Вон там яма. Potat has been found by Tyler. Ребят, ну что поделаешь? Playing. Что у меня в рюкзачке? Так, 10 монеток. Ребят, ну я даже не знаю, не знаю. Я даже не знаю, не знаю, реально. Я не знаю. Кэмерон, no. О. Так, и чё? Дискушен. О, расследование! Дискушен. Back on here. Yes. Back on.
Хейр. Давайте. Я, может, тоже смогу проголосовать. Ну, гон. Yes. I kill last person. Так, так, так. И кто? Ну, нашли? The world has been crossed. The person getting exhausted with один word is tired. And for the weren't the killer. See. Yes! Стоп. Куда мы? Куда? Ау! Ау! И чё теперь? И чё? А где все? Постойте. А где все, ребята? В лобби одни только. Where people. Mario, help, please. Ну, давай, давай. Так, итка. Where everyone? Так. Так, ну, ребят, мне что-то мне не. Ребят. Ладно, погнали в следующую игру. А на этом все. С вами был я, мама и я. Всем пока. Адьяс.